ярко светят. Ну еще раз представлюсь, меня зовут Сергей Матвеев, город Арзамас. Жалко, мне не видно практически здесь зал. Скажите, пожалуйста, здесь есть мужчины в зале? Есть, что-то вас только не слышно, да? Не только не видно, но и не слышно. Наверное, в первую очередь хотелось бы аплодисменты вам, то, что вы приняли правильное решение, да, вы в нужном месте, в нужной компании, в нужное время. Аплодисменты, пожалуйста, всем мужчинам, которые здесь присутствуют. Многие из лидеров знают, что да, 90% нашей команды лидерского состава – это мужчины. Мужчины либо семейные пары. Да, почему так? Ответ простой, потому что Oriflame – это бизнес. Да? Как бы любой бизнес, он не имеет пола. То есть нет такого понятия – женский бизнес, либо мужской бизнес. Да, это просто бизнес. И обратите внимание, во главе компании кто находится? Мужчины. Во главе разных стран мира в нашем бизнесе кто находится? Мужчины. Да, вы видите, что очень многие лидеры, топы, либо семейные пары, либо мужчины. Говорит о том, что Oriflame в первую очередь это бизнес. Относиться нужно к нему с позиции бизнеса. Как мы работаем с мужчинами, как я непосредственно разговариваю на разных встречах с мужчинами, когда они мне говорят, это не мое. Да, что это не серьезно, это не мое, это нужно там кому-то, где-то, как-то, но не я. Вы знаете, в таких случаях я всегда говорю, скажи, пожалуйста, из того, что я тебе сейчас рассказал, из того, что я тебе сейчас показал, что именно не твое. Если он смекает быстро, он мне начинает что-то говорить. Если он задумывается, я начинаю сам подсказывать. Я говорю, скажи, пожалуйста, взять ответственность за себя, за свою семью, за свою жизнь, вот это не твое. Зарабатывать достойные деньги, купить недвижимость, автомашину, отдых, дети и все остальное. Что из этого не твое? Просто понимаешь, что, то есть, ну, у каждого человека есть мнение, да, каждый человек имеет право на выбор, но каждый выбор имеет свои последствия. И вот это очень важно понимать. То есть важно здесь мужчину принимать решение, да, как будет жить его семья. А что будет вдруг, если его не станет с его семьей? Да, то есть вот это очень важный момент. И я считаю, что, наверное, единственная причина, которая останавливает мужчин в этом бизнесе от роста, от развития, от карьерных званий, это влияние чужого мнения. Да, то есть очень многие мужчины подвержены вот этому чужому мнению. А что подумают, а что скажут, а не дай бог узнают. Да, в таких случаях я всегда говорю, скажи, пожалуйста, вот твои знакомые, твои друзья, твои коллеги, скажи, они будут тебя содержать и твою семью? Скажи, они будут покупать квартиры тебе, твоим детям? Скажи, они будут вас возить отдыхать на море и так далее и тому подобное? Но если нет, то какая разница, что они тебе думают? Какая разница, что они говорят? Если этого в любом случае не будет. Да, я удивляюсь, когда я вижу мужчин, которые берут компьютеры в кредит для того, чтобы играть в танчики. И ужасно то, что сейчас это даже не от возраста зависит. Люди в 40 лет сидят около компьютера, в то время, когда их семья живет в съемной квартире, да, там, в однушке, и они ничего для этого не делают. Вот это, наверное, самое страшное. Да, просто важно понимать, что категории людей, ну, всегда будут встречаться разные категории людей. Те, которым вообще, как бы, в принципе, что волю, что не волю, да, им все фиолетово на это. Будут люди, которые будут искать, ну, причины, почему нет, да, то есть обхаивают, так скажем, других людей, другую деятельность, другой бизнес и так далее. Но всегда, везде были, есть и будут мужчины, которые будут на один раз вставать больше, чем падать, которые будут идти к своей цели, независимо ни от чего. И вот именно с такими мы работаем, именно таких мы в первую очередь ищем. И я считаю, что, наверное, ну, по крайней мере, мне с мужчинами работать намного проще, так как у них нет переменного настроения, да, то есть они сюда приходят в этот бизнес либо деньги зарабатывать, либо не приходят вообще, да, потому что, ну, по-другому как бы смысла нет. И хотелось бы, наверное, знаете, каждому из вас пожелать принимать правильное решение, ни в коем случае не влиять, не находиться под влиянием чужого мнения, да, нести ответственность 100% за свою жизнь, за свою семью, за успешное будущее. Всех сегодня с праздником!